Немного волнуются, как перед экзаменом, переминаются с ноги на ногу и с нетерпением ждут. Этот день, пожалуй, станет одним из самых важных в их жизни. Сегодня первые выпускники Московской академии Следственного комитета России получают не только дипломы, но и становятся полноправными следователями. От начала службы их отделяет всего несколько шагов. Товарищ генерал-майор юстиции, лейтенант юстиции Буинцева, вручение диплома прибыла. Убежден, что ваша компетентность, верность присяге и гражданскому долгу позволит с честью выполнить стоящие перед Следственным комитетом Российской Федерации задачи по защите интересов страны и граждан. Это сегодня у них торжественный день, а всего неделю назад была главная проверка их знаний и желания стать следователем. Свои аттестационные работы магистранты готовили все 2 года обучения. Вашему вниманию представляется выпускная коллекционная работа на тему «Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Свою диссертацию Нина Буинцева посвятила, как она считает сама, самому важному – воспитанию детей. Чтобы выйти на защиту и рассказать о тонкостях законодательства и права в этой сфере, пришлось провести над книгами, отчетами и судебными решениями десятки, если не сотни часов. Но результат, по словам девушки, оправдывает средства. Ведь каждый студент мечтает уже поскорее приступить к практической работе. После получения диплома мы возвращаемся там, куда нас ждут следственные органы к руководителям непосредственно, которые нас будут курировать как молодых следователей и подготавливать к следственной работе. Астрахань, Нижний Новгород, Воронеж, Смоленск, Иркутская, Орловская области и так далее. Всего через пару дней 23 молодых следователя разлетятся по всей стране, чтобы начать службу в следственных органах России. Немножко, скажем так, переполняет гордость уже за себя, то есть и наконец-то я добился того, что хотел.